Доброго времени суток. Продолжаем смотреть обзоры на напитки и спортивное питание. И сегодня на обзор у нас вот такой вот Red Bull. Он без сахара у нас, со вкусом маракуйи. Вообще я его уже пил, мне он очень понравился. Единственная его проблема — это тяжело найти, доступность и цена. Вот. Объем 325 мл, цена 340 рублей, что в общем-то очень дорого. Вот такой вот симпатичный дизайн. Вот, к сожалению, состав посмотреть не получится, потому что все написано иероглифов. Вот. Единственное, что мы можем посмотреть, что здесь нет практически калорий и углеводов, я так понимаю. В общем, будем смотреть только вкус. Но дизайн симпатичный. Вот. Поэтому давайте пробовать. Пахнет просто шикарно. Напоминаю, что он без сахара. Еще он без газа, реально не чувствуются ароматизаторы, подсластители, вот вообще, то есть как будто сахар, действительно. Очень приятно идет, как такой нектар, не приторный, не кислый, очень замечательный вкус просто. Вот знаете, реально, хоть он и дорогой, но денег он своих полностью стоит. Интересно, конечно, посмотреть, что здесь по составу энергетическому. Скорее всего, кофеин, таурин стандартный. Вот, но вкус бомбический, просто реально. Просто холодненький, негазированный нектар. Кстати говоря, кто не любит именно газированные энергетики, тоже хорошая альтернатива вам. Газа нету, замечательный вкус, просто шикарный. То есть, просто бомба, реально. Как бы добавить нечего, это топ. Такое чувствуется приятное, не химическое маракуйя такая, нежная, не приторная, а приятное послевкусие, даже послевкусие есть, хотя без сахара. Просто топ. Ну что, ребятки, будем подводить итоги. Обзор получился короткий, но действительно добавить нечего, причем я пытался найти в гугле именно информацию на английском языке, но не нашел. Вот. Единственное, что вот я обнаружил, что здесь вот написано на английском, что Red Bull — это витаминно-энергетический напиток со вкусом тропических фруктов, да, то есть здесь вот с маракуйей нарисовано. Ну, вкус просто бомбический, очень вкусный, реально топ. Наверное, вкуснейший Red Bull, что я пил, причем он без сахара. Но реально не чувствуются подсластители, может какие-то другие, я не знаю, но вкус просто бомба. Поэтому это 5,5 баллов с 5 рекомендую, и свои деньги, то есть 340 рублей он полностью стоит, реально. Это топ.